Всем привет, с вами Диксифан. Продолжаем проходить игрушку Enshrouded. Всем приятного просмотра. Блин, я просто балдею. Сейчас даже поуютнее стало. Так, я хочу сделать лестницу вот здесь. Приступим. Так, у меня блоки. Надо, кстати, блоки раздобыть. И где? Как раз там бы. На той стороне. Кстати. Стены же они полностью из этих блоков. Так. Ну да. Только другой блок возьму. Ой, не те блоки. Так, ладно. Можно так-то подвальное помещение разобрать. Блин. Планер такой быстрый. Тут вот немного разобрали. Можно еще здесь разобрать. Так, ты че? А, привязка работает. Она почему-то всегда автоматически включена. Хоть я ее выключаю. Ой, сколько там грязи. А я не выберусь. А нет, я выберусь. Шахту пока так оставим. Еще понадобится. Инструменты починили. Это больно жирная будет ступенька. Так. Ой, блин, опять не те блоки. Блин. Thank you.
Ну вот теперь есть короткий путь. Так. Что это у нас тут? А, точно же. Я тут немного колдовал. Ай, блин, давай уберу я просто лестницу. Тут тоже скоро лес будет. Надо, кстати, дорожку сделать. Блин, повылазило всякое. Я в гости. Что-то как-то потемнело.
немного похозяйничаем здесь, потом пойдем. Надо вроде мне что-то ведь раздобыть, да? Справочник растений, ё-моё. В прошлой серии я там потерялся. И портал надо сверху поставить. Так, тут забор типа был. Ну так умно. Чтоб не сразу в замок дорога была. Заходят такие бандиты. Тут оббегают. И что, все что ли? Да, так себе защита. Ну, а тут можно ворота сделать. Здесь можно деревья рассадить. Да, займемся. Не все же сразу делать. Это на сколько серий уйдет? А, раз уж я тут, восстановлю-ка я эти ворота. Что-то они не очень. А, там не обязательно. Там выступ, да? Какая барахло валяется. Тут ровненько.
Я, по-моему, здесь еще не был. Да, я впервые здесь. Не можно это разобрать. И что я на это место поставлю? А, тут можно деревья посадить. Везде, где нет идеи, деревья сажаю. Ну так, действительно, будет хорошо. Эй! Упал. Как вот тут? Ну... Ой, я думал, это маленький кубик. Просто... Что мне такими штуками делать? Ты мне... Блин. Тут темно, а у меня ни одного факела. Хоть костер не разводи. Как приятно. Там, где надо. Короче, спать пойдем. Вот это скорость, о, ё-моё. Надоело мне это открывать постоянно. Да и вообще, я же могу себе кровать получше сделать и спать в удобном месте. Домик
Хотя у меня есть идея, в каком домике жить. Только этот домик сперва откопать надо. Вот в этом большом, там наверху такие комнаты. Ну, я там залазил сверху. Блин, так забываю, что есть возврат. Типа вот тут поставил, ее нажал, она исчезла. Все. Восстановление прошло успешно. А почему у этой крыши... Точнее, у этого дома такая крыша. Ё-моё, тут люстра есть. Как так-то? Я, по-моему, ни в одном доме не видел люстры. Круто жили они здесь. Пять блоков мало. Тут еще ступени-то непростые, по две. Это значит, мне надо вручную, в принципе, делать ступеньки. Так, тут по одному я делаю. Где у нас по две? Блоки закончились, блоки. Тут вообще фундамент прям большущий, хоть здесь не копай. Ох, ё-моё, так и хочется полетать.
Как далеко можно улететь? О-хо-хо. Так, погоди, я не вернусь в пелену, мне не надо. Ой, блин. Стрелы-то хоть есть у меня? У меня тут кремень есть. Прикольно. Буду знать. Здесь я палки добываю, а там... Кстати, ладно. Поднимаемся наверх. Что-то эти деревья не растут. Блин, ё-моё. С каждым разом прихожу, деревья все выше и выше. Еще кустики посадить, чтобы скрыть. Точно, кустики. Цветы и кустики. И тут вон нормально уже. Так. Ягодные кусты какие-нибудь. Все, что пышное. Вот. Крапиву. Я, кстати, крапиву не находил. Деревья-то у меня с собой, нет, не с собой. Что ты там делаешь? Саженец кустарника. 14 минут. Из растительных волокон кусите. А, ну которые потом собирать. Ну да. Ладно. Я могу рассадницу сделать. Насколько мне хватит? Вот настолько. Точно для тебя надо там. Помню, помню. Или может тут оставить дырку? Ходить? Глядишь и постепенно застроим все.
Кстати, тут стрелы есть, которых у меня нет. Хотя бы какие... Кстати, да. Блин, чтобы идти куда-то, надо стрелы. А чтобы стрелы сделать, надо сходить кое-куда. Так, волокна. Мне просто бинты надо. Еще лук. Что-то я его таскаю с собой. Сходим за стрелами, надо. Слитки я там оставляю. Как раз полетать. Немного я промедлил, деревья-то уже выросли. Все крупные деревья вырылись, ну, кроме вот этих больших. Сколько я уже? Почти соточка.
Ладно, хватит. А, ну давай, чтобы добить до 20. 24. Надо медные слитки. Блин, деревья еще толще стали. Разобрать. Тут темно уже станет, да? А у меня поди медных-то слитков нет. Погоди-ка. А, вот они. Три со стрела, отлично. Ну, все, в принципе, все есть. Починимся и пойдем. Так, алтарь. Я последний раз его ставил куда-то. А, точно. Я ходил к храму. Блин. Мне еще надо портал. Его можно отсюда забрать. Либо... Кстати. Мне куда идти-то? Ведь это самое ближайшее. Вот отсюда забрать надо. А переместиться туда. И пройти по верху. Мне еще камни надо. А, быстро долетим. А, я думал, они не заметили. Надо бы как-нибудь семя баобаба добыть. Если возможно такое. Я бы посадил баобаб. Себя в деревне. А, блин, опять эти. Так они за мной, они доберутся до меня. Каким-то образом надо наверх. Найти самый легкий путь. Эй, стой, стой, стой. Нашел.
Тут шахта. Шахта меди. Кстати, можно немного подобывать. А то мне же все равно на стрелы надо. Штук 50 набрать. Еще две штуки. Ну, блин, 51. Да так куда? Так, я же в правильном месте, ну да. Мне именно вот здесь сверху надо быть. Тут я еще не был. Или был? А что такое? Это кто? А, это Вука. Ладно, не беда. Сейчас скажи, мне наверх надо. Так. А это что? Встреча с Вука. Давай сюда сходим, тут ближе. С каким-то Вукана встретиться или убить его? С этим? Лагерь Вука. Я не понимаю, они меня примут или будут нападать? Лагерь Вука, ага. Блин, нападать, наверное, будут. Так, погоди-ка. Ага, так уже лучше. Надеюсь, они... Не готовили мне всякое. Вдруг это был дружеский визит, а я все испортил. Ого, кто-то идет. Я 21. Еще будут? Мне еще ожидать? Прямо рядом с ловушкой. Такое 6 метров, мне наверх надо. А вот что-то вижу. Наверное, это оно. Уже темнеет.
Стой, стой, стой. Там яма, дырка. Провалиться в нее, да? Больно надо. Как мне наверх подняться? То уже темнее, то у меня и факела-то нет. Уже стемнело даже. Стой, стой, стой! Куда дальше-то? Темно. Блин, ладно. Идем домой, на утро придем. Так, и где я? Куда мне? Там просто какая-то... Ой-ой. Вай! Какая-то развалина. Я думал, алтарь. Да блин, хватит ходить. А, этот с щитом. Тоже щитом. Но... Оба с щитом. Что ж с вами делать-то? Еще кто-то будет. Блин, там еще, да что и тупые. Ха! А я сюда.
Надеюсь, тут есть выход. Так, выше, выше, да. Выше. Наверху же никого нету. Так, поднимаемся. Пока эти идут. Еще выше. Место ниже? Блин. Металла монет. Ладно. И что дальше? Где ниже-то? Так. Я вообще не здесь. Давай, допустим. А, вообще здесь? Угу. Круто. Я там был когда-то. Ладно, портал там оставим. Я, кстати, почти пришел. Стой, стой, стой. Мне в тот город. Прикольно. Вон там луки. Тут даже вроде пламени нету никакого. Как быть-то вот? О! О, нет! Нет! Еще не все потеряно. О, стой! Стой! И лава была. О, кошмар, я в самом низу. И отсюда не телепортироваться. Это еще я удачно приземлился. Ой, блин. 3 минуты. Это
Тогда алтарь забираем и летим туда. Время... Вообще времени нет на сражение. Какие на выносливость. Давай, пополняйся. Почти добрался. Четко. Два камня, надо камни раздобыть. Все, известняк. Как удобно, да? А вот нашел. Да тут даже не дело в этом. Сдох, не сдох, главное не упасть. Ладно, сюда поставим. Деревянная, да почему? Тут такая дырка, что мне не, вообще никак нельзя. Или быстро забегаем, берем что надо и уходим. У меня 100 стрел. Я с этой армией не справлюсь. Да, мы бежим, берем и уходим. Все, все, ясно. Так, 11. Во, я вижу уже. Давай, 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 выходим, уходим. Он отстал. Этот пристал. Блин, куда? 100 метров. Это тут, наверное. Кстати, город-то прикольный. Может, потом, потом уходим? Ой, ё-моё. 15 метров. 6, 3, 1. Арена мародеров. Это же никак не связано с боссом там. Идут сюда, куча идет сюда. А, ё-моё. Ой-ой-ой-ой. Нифига у них тут. Да, это походу с боссами связано. Ой, ё-моё. По кругу будем бегать.
Блин, чё уворачиваешься? Ой, я его долил. И главное, чтобы они не поднялись ко мне, пока я тут одолеваю. Она регенерирует. Нет, так стрелы закончатся. А, все. Больше не регенерирует. Место ниже. Ну да, они там ходят, но не приходят. Блин, попасть не могу. Ну, не уходи! Двадцать девять стрел. Деньги. Что мне вообще надо? Арена мародеров и дальше задание. Так, справочник был подарен госпоже в привале. Ага, мне значит госпожу надо обшмонать. Блин, ну давай по-быстрому, да? Спускаемся, берем, поднимаемся, наверное. Давай на всякий юзанем. Да. Ну давай и других шманем. Это, блин, рычит. Так. Стреляю, он уворачивается. Ну, кстати, знаешь, я, наверное, обустрою тот город и приду в этот. Тут даже арена есть. Город так-то большущий. Может даже портал тут оставлю. Набег на караван. Кстати, храм солнца тут есть. Дойдем, может. Дойдем, это легко сказано, да. Как я туда доберусь? Доберусь ли я? А тут есть подъем? Блин, надеюсь, нету. Все же никого.
50 метров. Ага, нифига там высоко. Ну, я достиг, и что дальше? Мне вниз или как? Караван. Место. Вот я достиг. Давай, иди. Может, это? Вау. Да, похоже, это оно было. А как я до храма-то... Ё-моё! Храм это вот на той горе? Я не дойду. И что это? Зачем дверь-то закрыта была? Типа я бы ее открыл, и что дальше? Пусто. Как вообще на этот храм солнца попасть? Гора-то какая, ё-моё. А если отсюда? Там же вроде земли. Красная пелена. О, сундук. Поспать можно. А, вот что тут было. Понятно. Ну все, я задание-то ведь выполнил, да? Ну, скорее всего. Блин, целый лес. Иду, иду. Так, все есть немного спасибо. Ничего, я же. А, точно. Так, где тут ресурсы на печку? Духовая печь. А, справочник я не сделал. Веревка, бумага, бумага. Как бумагу сделать? Обратно закинем. Справочник тоже сюда. Блин, наверное, придется деревья убрать некоторые, а то уж больно темно.
меня еще вон те горы мешаются, но я их убрать, наверное, не смогу. Либо очень долго. Хотя бы вот это бы дерево убрать. Три бревна. Такое огромное и три бревна. Надо и правда тут какой-то алтарь сделать, что ли. Они типа пытаются спавниться, но дохлыми спавнятся. Так как теперь я оккупировал эту землю. Теперь в моих владениях этот город. Да, надеюсь. Ой, так, че это я? Надеюсь. На этом мы закончим серию. Ё-моё, джунгли получаются. Можно было изначально деревья посадить, чтобы не было видно вот этих дырок в домах. А, кстати, вся кустики. Я же там кустики делал. Где? Нет. Кустарники вот. Попробуем их посадить. Ай, да не везде еще растет. Кстати, может, они очень пышные? Борщить-то тоже с ними. Ладно, оставим. А вот петух кукарекает. Ладно, так. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Всем пока.